На початку цього тижня фахівці Білгород-Дністровського центру лабораторних досліджень разом зі співробітниками водоканалу на 7 об'єктах міста брали питну воду на експертизу. Зокрема, туди входили і деякі учбові заклади. Рідину перевіряли на мікробіологічні показники. Там не повинно бути бактерій групи кишкової палички та патогенної флори. Крім того, виявляють, чи є в наявності хлориди та аміак. По результатам отобранной воды по Белгород-Днестровскому водоканалу, вода во всех точках сети, которые мы отобрали на днях, соответствует государственным правилам, вода питьевая. По микробиологическим и по санитарно-химическим показателям. Это как и в 3-й школе, и в 6-й школе, и в 11-й школе, где мы отбирали НВК, школа «Сад Петушок», Маршала Бирюзова, Кишиневской и на Ореховой. Ну, это так, я, как вам и говорила в прошлый раз, что, собственно говоря, мы эту ситуацию наблюдаем уже не первый год. Вода в зимнее время всегда соответствует показателям, учитывая минусовые температуры и пониженную температуру у нас, что нельзя сказать о весенний-летний период. За словами Тетяни Волкожи, моніторингову кампанію на якість питної води вони проводять щомісяця. Наразі на початку березня планують наступні дослідження. И тогда мы уже воду отберем не только по сети, а отберем уже и на насосных станциях, будем говорить непосредственно практически из тех скважин, с которых подается вода населению, и будем иметь оперативную информацию уже по качеству воды именно со скважин подающейся. Здавалося би, усі показники відповідають державним стандартам. Але не все так добре. Городяни та мешканці району доволі часто скаржаться на те, що у чайниках або у відрах, де відстоюють воду, помітні залишки нальоту. Це свідчить про те, що вода жорстка. За словами завідуючого, на цей показник перевірки не проводили. І ось чому. Так як ми виконуємо ці дослідження за державні кошти, то мы выполняем только то, что нам замовляет держава. Держава замовляет это только вот в виде краткого анализа, где исследуется цветность, мутность, то, что я вам сказала, нитраты исследуются, жесткость, кстати, не исследуется, и pH. А все остальное должны исследовать лаборатория Белгород-Днестровского водоканала. Там есть мощная лаборатория, она аттестована, в них есть все соответствующие документы разрешительные на то, чтобы проводить исследования. И они раз в неделю контролируют подачу воды и делают полные анализы химические. Тетяна Волкожа розповіла, що до них останнім часом городяни звертаються самі для того, аби зробити повне дослідження питної води, особливо на наявність сірководню та хлору. Вартість послуги складає біля 45 гривень. Такий аналіз робиться зразу у момент відбору, адже ці елементи швидко випаровуються. Люди сами заказывают, и предприятия заказывают, и ФОПы, и СПД, люди заказывают такие исследования. Вода, как правило, идет нестандартная, как по микробиологическим показателям, так и по санитарно-химическим показателям. Просто кому предъявить эти результаты, кому предъявить эту претензию? Сегодня некому. Белгород-Днестровскому водоканалу, да, мы пишем, но ВОЗ и ныне там. В мэрию то же самое. Як зазначила завідувача Центром лабораторних досліджень, на минулому тижні в Одеській ОДА проходила нарада, де йшла мова про якість питної води на Одещині. Значит, на этой нараде была доложена информация о том, что вода, качество воды буквально по микробиологическим показателям до 50% по области не соответствует требованиям, на что губернатор обратил свое внимание. Сейчас создана комиссия по проверке всех ЖКХ, по проверке всех тех ФОПов, СПД, которые подают воду населению, о том, как они дезинфицируют воду, какими дезинфектантами, какие они проводят исследования и как они реагируют на то, когда вода действительно идет нестандартная. Татьяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.